Змена расте. У гомельскім палацы лёгкай атлетыкі напярэдадні новага года правялі спартыўнае шоу «Навагодняя казка». Цвіком праграмы сталі дзіцячыя забегі. Яўгенія Кухаронак пазнаёмілася з маленькімі і дарослымі спартсменамі. Навагоднюю казку обласний центр Олімпійського резерву по легкій атлетиці і БРСМ ладять другий год запар. Уділ приймають сім'ї былих і діючих легкоатлетів. Гэтае свято не тільки для дітей, але й для батьків. Основной посыл этого мероприятия не только, чтобы дети поучаствовали в забегах, а чтобы бывшие легкоатлеты собрались под стенами, под крышей этого прекрасного комплекса и встретились. Перед початком спаборництва, конечно же, треба провести разминку. В якости тренера сама Белая Маланка, олимпийская чемпионка 2004 года у бегу на 100 метров Юлия Нестеренко. Прославленная белоруска означает, что на свои первые спаборництва отправилась прикладно в таким же взросле, как сегодняшние маленькие спринтеры. Добро памятая олимпийская чемпионка и эмоции, которые переживала у той момент. Я принимала в таком возрасте в соревнованиях, тогда они назывались «Папа, мама, я, спортивная семья». Я вот запомнила, такую эстафета была в обруч. Я помню, что меня в таком возрасте еще носили, как самую маленькую, чтобы быстрее пройти этап. А в основном все делали мои родители и моя старшая сестра. Но уже тогда меня приучали. Это было все очень с азартом, очень с хорошим настроением. До удела у забегах зарегистрировалось 40 маленьких спринтеров во взросле от 2 до 6 годов. Некоторые из них, не глядя на невеликий опыт, были технично подрихтованы. Может, кто-то из этих детей определится со своим будущим, что станет спортсменом, легкоатлетом. Я думаю, это дорогого стоит. Я как бы и сам легкоатлет. И здесь, конечно, родители, которые профессиональные спортсмены бывшие, пришли все со своими детьми. Конечно, конечно. Да, конечно, готовили. Умеет стартовать с низкого старта. Дистанцию 30 метров переодолели все спортсмены. Были такие, кто у силу взрослого не мог пройти дистанцию самостоятельно, на допомогу им приходили батьки. На финише спортсменов чекали заслуженные медали, узнагороду вручала Юлия Нестеренко. Максим Савин, Евгений Кухаронок, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель».